Едва ли не больше других хорошей погоде рады дорожники. Тепло, солнечно и без осадков. При таких условиях разметка и держаться будет дольше, и высохнет быстро. Работают не только вручную, используют и спецтехнику. К концу недели мы планируем сюда уже заходить с комплексом, который будет обновлять именно горизонтальную дорожную разметку механизированную. Всему городу. Всему городу, да. Подрядчик проверенный. Работает не только в Звенигороде, но и в Одинцово. Здесь, на улице Некрасова, наносит разметку холодным способом. Он более долговечен, ну, то есть, чем краска, либо термопластик. То есть термопластик, он отлетает прям, ну, большими пластами. Холодный пластик, он и стирается, ну, если так сравнить, то как ластик, можно сказать. 860 квадратных метров разметки таким способом в Звенигороде уже нанесли. Осталось еще чуть более 9000. По плану работы должны завершиться к 1 сентября. Но подрядчик уверяет, все сделает к 1 июля. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».